Во Всероссийском детском центре «Смена» проходит новая образовательная программа «Городская среда. Территория развития». Перед ребятами выступают эксперты Общероссийского народного фронта. Проект формирования комфортной городской среды направлен на облагораживание общественных территорий. Каких именно, выбирают сами жители. Одна из главных мыслей, заложенных в идеологии данной программы, что все изменения дворовых и общественных территорий должны проводиться именно по согласованию с жителями. Встреча проходила в формате диалога. Ребята задавали вопросы, предлагали свои инициативы. В специальной игре смогли проявить себя в роли экспертов. Участники команд кидали кубик и поочередно отвечали на вопросы, касающиеся проблем экологии, транспорта или городской среды. Сегодня основная цель донести до ребят информацию, что есть у нас на территории Российской Федерации действует приоритетный проект формирования современной городской среды, что они могут принять участие, что их проекты, их эскизы могут быть реализованы, чтобы они активнее подключались, участвовали. В рамках профильной смены в гостях у ребят побывал и первый заместитель председателя городской думы Краснодара Виктор Тимофеев. Ему провели экскурсию по федеральному центру, познакомили с возможностями парка будущего. Депутат, в свою очередь, рассказал ребятам о нюансах градостроительной сферы и вопросах, касающихся благоустройства и будущего российских городов. С моей точки зрения, очень интересные, очень правильные сегменты, когда мы собираем тех ребят, которым интересны, вот именно, предположим, то, что говорим сегодня, да, это организация городской среды. То есть, во-первых, это, с моей точки зрения, определенный обучающий процесс со стороны взрослых им. И в то же время мы от них получаем обратную информацию, что бы они хотели видеть, чтобы мы им создали на территориях, где они живут. По итогам образовательной смены ребята создадут проект и макет детского лагеря, обустроят общественное пространство, установят арт-объект на территории смены. Кроме этого, им предстоит разработать 3D-модели архитектурных объектов и 15 социальных проектов «Городская среда». Ольга Родина при техническом содействии Всероссийского детского центра «Смена».